Вот, рифленый алюминиевый корпус, который приятно держать в руках. Раскручиваем. Там острый зуб с режущими гранями. Сейчас проковыряем дырку. Точнее, технологическое отверстие. Вот это вот крышка старого мобильника. Толщина пластмассы где-то миллиметр. Типичный корпус. Здесь у меня накернено уже отверстие. Берем и пробуравливаемся таким вот грубым методом. Ну а дальше сразу пошла стружка красивая такая. Пара секунд работы. Результат как от сверла. Чтобы было видно. Снимем два движения в стружечку. О! Красивое отверстие, ровненькое, точное, центрованное. Надо побольше, никаких проблем. Еще пару движений. И имеем дырочку побольше. Тоже с идеально ровными краями. Красивую, гладенькую. И так вплоть до 15 миллиметров. Снимает эту стружку хорошо. В общем, не инструмент, а просто песня. Тем более за такие копейки. О. Красота.